Здорово, друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку, называется Absolute Rift. Это первый запуск, поэтому, надеюсь, у меня все настроено довольно-таки нормально, потому что я ничегошеньки не знаю, физика здесь мне не знакома, поэтому вот видите, что я творю. Так, так, давайте попробуем бочком повалить. Так, ладно, частично получается. По крайней мере, машина в заносе почти всегда срывается. Срывает ее. Так. Ай, что ты творишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Блин, контач. Опять я забыл про него, ну да ладно. Так. Ладно, попробуем. Сшибай эти поинки, ты. Smashing for mega points. То есть для дополнительных поинтов надо пошибать. Да без проблем. Ой, нет. А где вообще наши поинты отображаются? Или это будет в конце, типа там? Как подведение итогов? Ну, я надеюсь, что да. Так, пытаемся как можно больше их позбивать. Нет, что-то у меня это... Не удается особо это. Хоп. Ё-моё. Чего происходит? Хо-хо-хо. Нет, вернись на колеса. Да-да-да-да-да-да. Хорошая, умница просто машина. Что, напоминает мне на FC какое-то. Не знаю почему. Хоть это вообще нетипичный. Ё-моё, что творится? Чего творится? Нет, из меня ужасный дрифтер в этой игре. Тут физика просто капец непонятная. Капец вообще, что творит машина? Давайте поедем дальше. Не, почему так? Давай, так вот спокойненько, размеренно. Мы же можем... На, можно спокойненько, размеренно. Этот поворот не пройти. То мы точно можем. Так, что здесь? Здесь надо по кругу, видимо, задрифтовать вокруг него. Попробуем. Да что ты крутишься, как вша какая-то. Вша от расчески, блин. Убегающая. Ё-моё, что я сотворил? Я не понимаю, что... Ох, ё-моё. В общем, вся суть тут такова, что надо ввести в дрифте все время. Да он издевается надо мной. Этот автомобиль надо мной издевается. В притирку? Драйв... Мне показалось или нет? Да что ты на месте-то крутишься? Да... Отпусти. Вот так вот. Хоу. Нет, видимо, все. Это не то, что мне надо было сделать. И, видимо, следующий уровень. Так, welcome to play zone. Ох, ох. Давайте поедем в пентхаус. Понять не имею, что мы сейчас будем делать. Это, кажется, был туториал. Так. Ага. То есть мне надо набрать какое-то количество очков. Ой-ой-ой. Так, я что-то не понимаю, чего я делаю? Чего я делаю вообще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как тебя носит. Бедная машинка. Давай. Давай в заносе. Вот так. Вот так. Сколько надо максимум набрать, видимо, да? Надеюсь, сейчас у нас получится хоть что-то сделать. Уху. Вокруг столбика. Нет, не получается. Нет, ну что ты? Что ты меня подводишь, крокодица? Может, тут есть другие авто? Ну что? Что не так-то? Ну, а вот так как-то. Нет. Почему он так любит просто разворачивать машину? Так. Мы теперь наблюдаем, как эта полоска исчезает. Да, что ты делать-то будешь, а? Она неуправляемая, она просто неуправляемая. Вы сами сможете поиграться в эту игру. Игрушка называется Absolute Drift. Да. Да ты упоротая. Ну-ка, верни. Верни мне управление. Вот, молодец. Да. Куда ты едешь? Что с тобой не так?
в игре реально очень сложно контролировать машину. Не знаю почему, но вот она вот любит очень вот так делать. Что бы ты с ней ни делал, она будет у тебя частенько вот так вот вылетать. Вот ты едешь спокойно себе, и тебя начинает разворачивать, хоть ты и делаешь что-то нелицеприятное, видимо, на этой машине. Так. Сколько надо было? High school, watch replay. Не хочу реплей смотреть. Как? Quit? Я правильно нажал, да? Да, отлично. Play zone. Так, track level. Давайте track level. Track level. Залетаем. И может здесь у нас что-то лучше. О, вот это вот уже интересней. Это трасса. На. А не просто какой-то полигончик. Да что ты делать будешь? Давай. Да что ты творишь, машина? Машина, что ты творишь? Давай, ты должна дрифтовать. Нормально дрифтовать. А не с места тебя должно боком вваливать. Да. Успешно я в нее играю. Капец, просто водитель от бога. У меня бадхерты будут случаться в этой игре. Видимо, каждые 5 минут. Я еще что-то сделал. Отлично. Да блин, едь спокойно. Спокойненько едь. Так. Вот так, значит, надо, да? Так, ну-ка газ нажимаем. Видимо, на джойстике мне вообще надо играть, потому что без дозировки газа в этой игре делать, в принципе, нечего особо. Да блин, хватит носить. Успокойся ты, шальная машина. Вот так, едем. Вот чего надо было. Вот так, что ты делаешь, да? Надеюсь, у вас будет это лучше получаться. Игра вообще поддерживает геймпад, и, судя по всему, под него и заточена. Потому что на клаву мыши, честно говоря, как-то не особо играется хорошо. Да и я водитель от бога, судя по всему. Да ты поворачивай так, как мне надо. Почему тебя носит? Вот чего у меня отлично получается, чтобы я вот так вот разворачивал каждые 15 секунд. Потому что я даже ничего не нажимаю. Потому что, машина шальная какая-то здесь. Да. Что тебя несет-то сразу? Чуть нажмешь, уже все. Хоть и едешь, к примеру, вот так вот не особо быстренько. Уделываешь чего-нибудь, а тебя тут хлоп. И все уже. Все уже, ты просрал этот момент. Давай, разворачивайся. Да не настолько. Давай. Авто. Ты меня просто убиваешь. Нет. Едь нормально. Нормально ж ты едь. Вот так. Да почему тебя крутит-то, а? Не, это последняя попытка сыграть в эту игру. На. Тут не то, что дрифт, тут вообще просто езду сложно показать. Да. Что сейчас только что было? Да что с тобой не так? Да я же отпустил. Так, ладно. Да что ты не поворачиваешь-то, а? Дрянная машина. Господи. Спасите меня от этой игры. Давай. Едь. Да. Конечно, чувствует она уже пипец. Хуже я еще этого не видел. Просто едь прямо. Прямо едь. Вот это был шикарнейший. Просто отличнейший занос. А вот это было фиг пойми чё. Где-то в непонятном районе. Да почему тебе еще борт тут так клонит? Ты почему просто не поворачиваешь только надо? Вот так вот. Вот. Да и опять. Начинаешь в другую сторону поворачивать, и все равно тащит. Слишком сильно тащит. Вообще не что. Сцепление постоянно. Вектор скорости куда-то придали в одну сторону, вот она боками летит. А не как машина едет. Что ты творишь?
куски, блин, говна, уйдите от меня. Так, ладно, давай, задним ходом разворачиваемся. Едем передним. Нормально едем. Да ты издеваешься, сумасшедшая... Сумасшедшая машина. Давай, едем, едем, едем. Почему у тебя так плохо все с педалями, рулем и всем прочим? Ну-ну-ну-ну, едем, 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 едем. Да. У нас даже получается некое подобие унылого, унылейшего дрифта. Поэтому доезжаем до финиша и на этом заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось это видео и эти бугурты. И, собственно, вы можете поиграть в этой игре, в эту игру. Название игры я оставлю в описании. Всем спасибо, что посмотрели. Всем пока.